Всем привет, зрители и подписчики! Канал Рекант на Фит, мои футболисты. И сегодня мы разберем супер пасы, которые помогут вам забивать еще больше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте жать колокольчик. Ну а если вам нужны монетки для прокачки вашего состава и вы хотите уже сегодня купить любимого футболиста ФК-24 или саму игру, то следующие 30 секунд видео для вас. Поехали! Погнали! Ну а если уже сегодня вы хотите купить себе топового футболиста вашего любимого кумира, то сайт Автофуд для вас. Монеты на любую платформу с автодоставкой и системой антибан. Также подписка любая на ваш вкус, игра ФК-24, и все это завершается бонусной программой, где вы получаете 5% кэшбэка, который можете потратить на свое усмотрение. Ссылочка будет в описании, а также в закрепленном комментарии к данному видео. Так, друзья, что же это за супер передачи, которые помогут вам однозначно забивать больше в этой игре? И это прострелы, ребят, делаются они максимально просто. Два раза подряд быстро нужно нажать на кнопочку, соответственно, на веса. А это в данном случае в классической раскладке это квадратик, ребят. Данные передачи помогают очень быстро доставить мяч своему напарнику, который на другом фланге или в центре поля, или, может быть, просто набегает, да, в разрез. Эти передачи можно делать, я вам сразу скажу, не только когда вы выходите, вот как в данной ситуации, вдвоем на вратаря, ну и даже когда вы находитесь, соответственно, близко к воротам, да, допустим, это может быть очень короткое расстояние, да, и надо отдать быстрый пас именно ближайшему игроку низом, да, то эти передачи очень круто действуют. Сразу скажу, да, вы можете сказать, да, дай простой пас на X, да, там, как бы то, что пас-отбор, но нет, если вы нажмете пас просто вниз, да, то он, скорее всего, может пойти медленно, и тот игрок, который у вас, соответственно, внизу, ну и просто его защитники перехватят, ребят, здесь это как бы уже проверено, можете сами попробовать. Я уже использую этот способ довольно давно, можно его, да, назвать по-простому прострелом, ребят, реально использую уже на автомате, иногда просто сам того не замечаю, даже в каких-то простых ситуациях, действительно, где можно отдать пас иксом, да, обычным низом, хочется нажать именно вот эту кнопку, она уже происходит на автоматизме. Это может быть короткая передача, да, как в этой ситуации, где мы отдаем не на дальнюю, отдаем, да, штангу, а отдаем на ближнюю. Здесь, тем более, можно сделать двойной прострел, то есть, допустим, сейчас я отдал игроку, да, и мог еще раз нажать два раза на кнопку навеса, и пошла бы уже передача на верхнего игрока. Ребят, надеюсь, я вам помог. Кто использует этот способ передач, пожалуйста, напишите. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, нажать колокольчик. И не забывайте, что самое главное, что это не стопроцентные способы успеха. Да, мы прекрасно должны понимать, что то, что я показываю, гайды, туториалы, то, что показывают другие ютуберы, это не значит, что у вас это будет круто получаться или вам это зайдет. Но что-то здесь подчерпнуть для себя в игру можно и немножко повысить свой скилл, тем самым проходить дальше как в режиме ревайз, да, так и в режиме Weekend League. Подписка, лайк, колокольчик, друзья. Не забывайте покупать монетки, если вам это необходимо. Хорошего дня, любите футбол, играйте в ФК-24. До встречи на канале. Пока.